Приветствую вас, и для начала хотелось бы немножечко пояснить вашу ситуацию. Вы пишете, что у супруги вашей пропала гармония. Само по себе такое вот проявление является, ну, не сказать, чтобы совсем уж ненормальным. Скорее, так очень часто бывает. Очень часто бывает, что у людей пропадает внутренняя гармония. Другой вопрос, почему? Что заставило вашу супругу испытывать те эмоции и чувствовать себя определенным образом, так, что вы называете это потерей гармонии? Также вы сказали, судя по всему, что она вам изменила. Значит, у нее были на то причины. Что-то в вашей совместной жизни ее не устраивает. И вот ответ на этот вопрос и является ключевым. То есть, чтобы вернуть гармонию вашей супруги, нужно понять, чего она хочет. Понять, что ее беспокоит, чего ей не хватает, и постараться ей это дать. Вы говорите, что вот получается заново ее покорять, но раз гармонии нет, значит, раз гармонии нет, значит, тогда происходит такая ситуация, что ей все равно чего-то не хватает. Ей все равно что-то еще нужно. Для чего мы, конечно, для чего и что именно ей нужно, можете знать только вы. Но до тех пор, пока не будет проведен анализ желаний вашей супруги, анализ обстоятельств, после которых у нее пропала эта самая гармония, нельзя говорить о том, что она может быть установлена, потому что вы сейчас действуете, как бы сказать, вслепую. Вы просто действуете наобум, не знаете, что именно беспокоит вашу жену. И если вы не можете с нами в этом разобраться, что в принципе нормально, то вам нужно обращаться к психологу для того, чтобы вместе с ним понять, что же вашей жене нужно, дать ей это и тем самым сохранить брак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.